времени суток, YouTube. Несколько недель тому назад мне пришла посылка из интернет-магазина, и в этой посылке находился крем и маска. По поводу маски я еще пока в процессе затеста, а вот про крем хочу вам рассказать. Косметика Мертвого моря, косметика, произведенная в Израиле, Sea of Spa. Честно говоря, упаковка меня сразила. Посмотрите, какая красота. Вот так выглядит золотая такая вот баночка. Вот так выглядит упаковочка самого крема, прозрачная. И такая же крышка с клапаном и с маленькой лопаточкой. Честно сказать, я сначала была немножко обескуражена. Да, красивая упаковка, но с другой стороны, не складывается ли стоимость крема из этой, только лишь из этой красивой упаковки и более дешевого содержания. Конечно же, мне интересно было попробовать. Мне вообще интересна косметика с минералами Мертвого моря, но до этого, до сегодняшнего дня, я обычно пользовалась косметикой, которая содержит грязь Мертвого моря. То есть это чаще всего либо какие-то обертывания, либо какие-то маски грязевые, у которых, в принципе, одно назначение – очищать вашу кожу. Поэтому сам крем мне было интересно попробовать, хотя бы исходя из того, что, во-первых, у меня жирная кожа, то есть как он будет ложиться под макияж, а во-вторых, не будет ли он забивать поры, потому что у меня кожа очень реактивная, моментально могут выскакивать всякие прыщики, покраснения, в общем, воспаление и так далее. В процессе пользования, а прошло уже сейчас на данный момент чуть больше 2 недель, каждый день я этим кремом пользовалась, могу сказать, что у меня не появилось ни одного высыпания, то есть никакой аллергии, ничего вот похожего на какую-то реакцию кожи негативную. Пользуюсь я этим кремом только утром под макияж. Великолепная основа. Сразу какое-то ощущение такой свежести, увлажненности на лице. Я не лезу туда пальчиками, я лажу только туда лопаточкой. Крем выглядит вот так. Кажется, что он очень густой. Посмотрите, он не похож совершенно на какую-то гелевую консистенцию. Надеюсь, что будет видно. Крем белый, а внутри какие-то желтенькие, такие желтенькие вкрапления. Этот крем содержит витамины, и, насколько я могу понять, эти вкрапления — это небольшие капсулы, потому что когда мы его наносим на руку, дав ему время впитаться, то эти капсулы растворяются, и они абсолютно бесцветными становятся, то есть смешиваются с основным содержимым. В принципе, все, вы нанесли, чуть-чуть подождали, и он впитался без остатка. Он не оставляет никакого жирного блеска, он не оставляет ощущения липкости, он не оставляет ощущения пленки на лице. У него приятный запах, у него, несмотря на то, что кажется, что густая консистенция, на самом деле это не так. Вы набираете на лопаточку, я потом растираю вот так, немножко разогреваю его между ладошками, между пальчиками и наношу на лицо. Он моментально превращается в тающий, такую в тающую консистенцию и моментально впитывается. Крем содержит солнцезащитные фильтры. Крем идеально вообще, просто супер подходит под макияж. Он предназначен, конечно, то есть тот крем, про который я говорю, он предназначен для нормальной или жирной кожи, ну, комбинированной, соответственно, тоже. Реакция моей кожи была только положительная, но мне кажется, что в холодное время года этот крем недостаточно содержит жировых компонентов. Вот такое мое личное мнение. Но так как он идет под макияж, то есть макияж своего рода защитный, как бы, барьер между кожей и окружающей средой,
И, в принципе, наверное, этого будет достаточно. Еще бы немножко хотела сказать об упаковке. Когда вы заказываете из интернет-магазина, да, страшно, чтобы ничего не побилось, ничего не испортилось. Так вот, могу сказать, что упаковка великолепная, то есть все завернуто в пупырчатую бумагу. В самой коробочке тоже предусмотрен ограничитель вот такой вот сверху, чтобы крем, не дай бог, никуда не сдвигался и ничего с ним не происходило. Моя оценка крему этому, ну, наверное, 4 с плюсом поставлю. Мне кажется, что большую стоимость этого крема занимает упаковка. Вот это мое личное мнение. Не знаю, мне кажется, что сам крем не прям вот, он не тянет на ту стоимость, сколько вот он стоит, само содержимое, вот сама упаковочка внутри. Было бы вообще неплохо, если бы он был с дозатором, с помпой. Вот. А так, в принципе, крем неплох, крем мне подошел лично, и если вас интересует эта косметика, то, пожалуйста, вы можете приобрести ее на официальном сайте компании. Всем большое спасибо за внимание, всего вам самого доброго, найдите меня в Инстаграме, я есть в Твиттере и ВКонтакте. Всем пока!